Очередной случай гибели человека произошел в Одинцовском округе 13 января. Вечером в 22:07 женщина попыталась перейти железную дорогу в районе платформы Петелина, вне зоны оборудованного пешеходного перехода. Ее сбил электропоезд. Личность погибшей устанавливается. На вид ей было 55-60 лет. Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Не исключено, что причиной трагедии стало употребление алкоголя.